Девочки, добрый день, доброе утро. Но я смотрю, вам истории очень нравятся, такие, неважно, откуда они, что. Девочки пишут мне директ в Инстаграм, уже столько историй, очень много, девочки. Сегодня мне очень понравилась история одна, но она не законченная. Исповедь жизни военного. Девочки, знаете, ну всегда было загадочно, интересно, потому что каждая девушка в наше время, да и сейчас, мне кажется, мечтает стать женой военного. Вот. И вот мне очень понравилась эта история. Не знаю, чем она, девочки, закончится. Вот. Она ее назвала, что мой бывший муж, бывший военный муж, промотал все состояние. Теперь терроризирует меня и сына. А до конца еще, девочки, еще очень долго. Я даже не знаю, девочки, когда это будет закончиться все, но давайте послушаем, девчонки. Дорогая Елена Павловна, написала в директ Инстаграма мне. Я читала сегодня с утра, вот, слушайте, заинтриговала, и мне прямо хочется прочитать эту историю. Во-первых, не банальная, во-вторых, с продолжением. Вот, я знаю, что вы, девочки, любите такое, с продолжением, когда же будет продолжение, там еще что-то. В общем, давайте послушаем, девчонки, интересно очень. Дорогая Елена Павловна, смотрю вас продолжительное время и все время думаю, что вы моя сестра, моя родная душа, моя одноклассница, соседка, подруга. И слушая вас, вспоминаю свое детство, родителей, друзей и родные, близкие, сердцу, бабушку с дедушкой. Девочки, ну вообще. Меня зовут Наталья, и я ваша ровесница. И многое, о чем вы поднимаете темы, мне знакомо. Хочу вам поведать свою историю отношений с бывшим мужем. Он был у нас сыном военным штурманом. Проще сказать, военный летчик. Мы с ним росли в одном дворе, учились в одной школе. Я младше его по возрасту. И когда он уже закончил штурманское училище, я только закончила 10 классов. Вот, кстати, в советские времена очень много семейных пар было прямо, знаете, чуть ли не с садика. С одного двора, с одной школы. Вот очень много было семейных пар, которые сейчас уже, знаете, прожили по 50 лет. Вот, и как бы даже не расходились. А есть такие, кто, девочки, наоборот, со школы, со школьной скамьи. И уже, когда все стали на ноги, дети выросли, уже всех своя жизнь стала. Раз ни с того ни с сего разошлись. Вот я сколько знаю, есть такие. Его сразу отправили в часть к месту службы. И я, выскочив за него замуж, полетела с ним. Ни о какой дальнейшей учебе и речи быть и не могло. А куда? Если он закончил училище, естественно, их сразу распределяли куда-то в часть. И девчонки старались, вот у нас, вот я сколько знаю девочек, вышли замуж за военных. И бросали институты и уезжали. Ну, девчонка еще, девчонка. Все девушки только мечтали стать женой военного. Нам очень повезло. Мы приехали в довольно приличную часть с крепким руководящим составом. И я, юная девушка, была окружена таким вниманием, что можно было только сойти с ума. У меня Лариса сестра. Она же жена военного. У нее первый муж был военный, и второй муж военный. И один раз, когда они еще жили в Припяти, до аварии. Но они не в самой Припяти жили, вот, а военный городок был под Припятью. 40 километров, что ли, там сколько-то. Ну, или 30, или, девочки, ну, близко очень. И я училась на третьем курсе института, и я к ней приезжала в гости на Украину. Вот я вам тогда рассказывала, как я летела самолетом до Борисполя, с Борисполя на дизеле, вонючие такие электрички, девочки, салом воняет, прям вот, знаете, ну, такие чесночные электрички, чесночные. И я к Ларисе ездила. Она еще замужем за первым мужем была. Я ездила в военный городок к ней. Интересно было, конечно. Интересные истории, все послушать, кто куда, кто с кем, кто как живет. Вообще, конечно. Интересно, девочки, было. Муж довольно быстро пошел по служебной лестнице, благодаря тому, что я стала любовницей командира гарнизона. Девочки, ну я тут вообще, я опешила. Я здесь просто опешила.
Я думала, что она, знаете, будет рассказывать. Наташа, не обижайся. Я думала, что ты будешь рассказывать. Мне вот интересно были первые впечатления, как ты, допустим, выходила замуж, да, как вы собирались, как вы ехали по назначению в часть, как вы приехали в часть, как вы обустраивались. Вот мне вот это вот интересно было, бытовуха мне вот это интересно. Я, конечно, никак не ожидала, что ты стала любовницей. Это тебе сколько было лет? 17? 10 классов закончила. 17, наверное, 18. А как ты стала любовницей? Наташа, напиши. Девочки, нам интересно, да? Как можно стать любовницей? Нач гарнизона, как? Как? Я не знаю, но это в лучшем случае. Как знакомиться там? Я вообще не знаю, как там знакомиться. Как можно знакомиться? Или на работу пошла устраиваться? Потому что... Так, ну дальше, девочки, читаю. Ну вообще, конечно. Я ни в чем не знала отказа. У меня, красавицы Натальи, было все. Все знали об этом, и муж тоже, но молчал. Устраивал мне истерики по ночам, а меня понесло, и он это понимал. Девочки, представляете? Ну, я не представляю. Это сейчас, в наше время, вот в наше сегодняшнее время, это в порядке вещей, там, знаете, увести, привести, завести, познакомиться. Девчонки такие изощренные стали, найдут, знаете, любую, девочки, любую причину найдут, да, обстоятельства так сложат в одну кучку, что не хочешь, да, познакомишься. Но тогда, мне кажется, это было так. Ну вот я приехала бы, ну вот я себя представляю, приехала бы я с мужем там. И что, я сразу пошла к начальнику гарнизона и стала его любовницей. Ну как это было? Наташа, напиши нам, нам это интересно. Напиши нам, пожалуйста. Девочки, пишите. Я не знаю, у кого были, может, такие случаи в жизни. Девчонки, напишите, как знакомиться. Как в гарнизоне, в небольшом гарнизонном городке, в небольшом городке, закрытый городок, как знакомиться, как можно стать любовницей. Ну как? Я не знаю. Хотя, знаете, с другой стороны, если по разговорам послушать, там все, и жены с солдатами, и, в общем, и все, что хочешь. А, но молчал, устраивал мне истерики по ночам, а меня понесло, и он это понимал. Я, девчонка, которая выросла в простой рабочей семье, увидела в материальном плане то, о чем и не мечтала. Ну, я знаю, что, девочки, военные городки тогда снабжались, конечно. Я уж сколько раз говорила, Лариса вот жила в военном городке у меня. Там такое удовольствие было, там и гречка, и сахар, и сгущенка, и тушенка. Это было все в больших количествах, и масло сливочное, и масло подсолнечное, и овощи, и все давали. А какие вещи Лариса присылала мне? Она была одета с иголочки, там что только не выбрасывали. Как-то у них назывались эти магазины, как-то назывались Промторг или как я назывался там. Вот. И если ты, у тебя была там знакомая или подружка работала, то все там такое было снабжение. Я никогда не забуду, когда она мне туфли привезла, одни девочки, типа мокасин белые. Белые туфли, но они были вот прям широкие, и фирменные туфли, ну импортные. Обалденные, мягкие, легкие. Так долго носила. У меня Юлечка уже родилась. Это где-то был 86-й год, наверное. Юля родилась. Я так долго эти туфли носила. Им сноса не было. Обалденные туфли. Натуральная кожа. Мягкие. Девочки, ни одной мозольки нигде не было. Идеальные. Я вот эти туфли на всю жизнь. А какие вельветовые брюки она мне привозила. Это вообще вельветовые брюки. Прям я все время ходила в джинсах. Джинсы. Вельветовые джинсы, это прям, ну, это был писк. Дальше, девочки, идем. Приходил товар в часть, и все самое лучшее сразу приносили мне солдатики домой, примеряя и носи. Я чувствовала себя просто Золушкой на балу. Я не любила этого старого, по моим меркам, человека, но относилась к нему с большим уважением и не отказывала ему. Молчала его жена, а он был весел, щедр и настойчив. Прошел год. У нас была отличная квартира в доме офицеров. Я без образования работала в штабе. А, ну вот, девочки, она без образования работала в штабе. Ну, вот там, наверное, и познакомились, скорее всего. Муж летал, начальник любил, бабы злились, а я цвела и пахла. Уж до чего хорошая жизнь раскрывает всю красоту человека. Я поступила с помощью и без сдачи экзаменов в один из престижных вузов страны. Так было задумано. На заочное отделение,
чтобы два раза в год встречаться во время сессии и жить вместе хоть дней 5. Девочки, сказка. Наташа, не обижайся. Сказка. Для нас, женщин, это сказка. Муж не успевал получать звание, денежное удовольствие, машину, что по тем временам просто неслыханно, и тоже загулял. Да так, что просто все ахнули. Он замутил роман с Татьяной, миловидной женщиной в теле, старше его на 18 лет, да еще и женой продава. Что такое продав, девочки, я не знаю. Это, ну, не знаю. Наташа, объясни, что такое продава. В дом начали завозиться ящики с тушенкой, сгущенкой, мукой и сахаром. Ну, это как начальник продовольственной базы, продав, наверное, начальник какой-нибудь там снабжения или еще кого-то. Но мы продолжали жить вместе и трезво уже смотрели на вещи. Шел 1984 год, и разрыв отношений и скандалы никому из нас не были выгодны. Вот так, девочки, бывает. И вдруг я забеременела. И Татьяна тоже. А тогда не было модным делать тесты на беременность, тест на ДНК. Можно было просто догадываться, кто же муж ребенка. Я точно знаю, что сына родила не от мужа. И вот только теперь Игорь показал свое истинное лицо. Он избил меня до полусмерти. Я так поняла, что Игорь — это муж. Я лежала в госпитале и тихо плакала, только жалея себя. Но отказаться от всего, что у меня происходило в жизни, не могла. И мой старый ловелас, прекрасно понимая, что может быть дальше в нашей семье, только твердил, что все уладит. И уладил. Нас перевели в один из лучших гарнизонов России. Жизнь менялась. А Татьяна с Игорем так крутили и мутили, что деньги лежали пачками. Обеспечены были все, даже наши родственники. Елена Павловна, если вам будет дальше интересно, то я вам напишу. Не сочтите за наглость и простите за длинную писанину. Я очень надеюсь, что вы прочитаете мою речь в воспоминании. Наталья. И сердечко поставила. Девочки, ну я вот сидела, читала, да? И думаю, господи, я бы еще, наверное, еще бы, Наташа, пиши. Я бы еще, наверное, читала бы. И что дальше-то? Мне интересно просто. Что, девочки, что вот может быть дальше? Что дальше может быть, я не знаю. Почему она назвала бывший военный муж промотал все состояние, теперь терроризирует меня и сына? Промотал все состояние. Ну, это вот наши уже времена. 84-й год, 40 лет назад. 30 лет назад прошло. 30 лет прошло. Ну, ясно, понятно, что они сейчас уже не служат. Уже она моего возраста, на пенсии. Он тоже на пенсии. Чем дальше это все закончилось? Девочки, будем ждать, да, Наташа? Пиши, будем ждать. Нам интересно прямо. Интересно. Там еще одна история есть про женщину. Про женщину, про дети и внуки. Ну, вот тут вот, ну, мне нравится, девочки. Мне нравится слушать про военных. А я люблю военных. Красивых, охеренных. Девчонки, пока-пока, любимые.